Здравствуйте, друзья. Мы в Аткурганском районе Ташкентской области, возле реки Ахангаран, бывшее название Ангрен. Здесь находится мост, который был построен в 1936 году, еще в советское время. Тут написано на узбекском «Су социалистик шлоху джальбиге», на русском «Вода социалистическому сельскому хозяйству». Длина реки 236 километров. В дальнейшем она впадает в Сырдарью.
Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До скорой встречи!